Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. Всем привет, ребята! Рад приветствовать вас на моем канале. И сегодня тот мастер-класс, которого вы так долго ждали. Я вам покажу, как связать свитер крючком. Такой большой, оверсайзный, уютный. Я знаю, что уже зима подходит к концу, но я не думала, что мое вязание затянется так долго. Поэтому вы можете связать этот свитер уже на следующую зиму. Либо, возможно, вы живете в стране, где прохладно, холодно, как зимой, так и весной. В общем-то, я вам покажу, как связать такой свитер. Вы можете его сделать больше, меньше, вязать любыми столбиками, разными швами, как-то дополнять, сделать какие-то аппликации. В общем-то, я вам даю мастер-класс по тому, как сделать вот такую вот основу, конкретно такого размера, а вы можете экспериментировать как угодно с этим свитером, и я обязательно буду ждать ваших отметок у себя в сторис в Инстаграме. Я вам всем отвечаю, как вы знаете, в Инстаграме, в Ютубе уже не всем отвечаю. И да, сегодня, кроме этого, будет еще конкурс на вот эту вот осьминожку-перевертыша. Мастер-класс, как связать такого осьминога, есть у меня на канале. Он выходил на неделю вязания, что было в ноябре. Собственно, все мои мастер-классы по вязанию вы можете смотреть в плейлисте «Вяжем». И сегодня будет розыгрыш вот такого осьминога. Доставка будет по всему миру, и условия будут супер простые. Конечно же, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментарии, когда вы примерно подписались на мой канал, что вам тут понравилось, какие видео вы смотрите, что вы уже связали, собственно говоря, что-то такое, рассказать по поводу моего канала и вашего отношения к нему. И также, возможно, дополнить, что вам не нравится, или что вы бы хотели улучшить, или что бы хотели видеть на моем канале. И, конечно же, с этим комментарием оставляйте свой инстаграм, либо ссылку, либо просто ник, чтобы, если что, я могла с вами связаться. И все, где-то продлится этот конкурс, давайте, недели две, и после этого я объявлю результаты. Ну и теперь давайте начинать, я вам покажу, как связать вот такой вот прекрасный свитер. У него супер красивые рукава, такие объемные, такие тут собранные. Да и вообще он получился мега крутой, мега огромный, уютный, теплый, собственно говоря, любовь. Да, теперь можно начинать. Итак, начинаем вам свой туториал с того, что я покажу, как будет выглядеть мой свитер схематично. Как вы понимаете, я не особо художник. Он будет состоять из двух деталек одинаковых. Это будет перед и спинка, они будут одинаковые. Отдельно мы провяжем горлышко. Также два рукава. Отдельно мы провяжем манжет. Рукава у нас будут прямые, а манжет у нас его сузит к низу, потому что я думаю его сужать, но решила упростить вам задачу. Итак, размеры свитера у меня будут достаточно большие, это прям будет over-oversize свитер, 60 на 60 сантиметров примерно, плюс-минус пару сантиметров тут будет. Это у нас 90 петелек и 110 рядов, дальше я покажу, что как вязать и что как набирать. А рукав у нас будет 75 петелек на 70 рядов, по сантиметрам это 50 сантиметров примерно на 45. 50 сантиметров это у нас будет рукав в ширину, и он согнется пополам, и вот эта вот часть будет составлять 25 сантиметров, ну вот это получается 45. И потом отдельно мы привяжем манжет, и все это с вами будем делать. И давайте начнем с того, что я покажу, какие нам нитки нужны. У меня вот такие вот нитки, вот такой вот фирмы. Вот, можете посмотреть все, что тут есть. Размер крючка я использую 4, потому что мне так удобно. Тут 100 грамм 200 метров. Сколько нам понадобится такой нитки? И все детально я пропишу в описании. Метра, граммовки, толщина. Я не знаю, честно, какая эта толщина идет. Ну вот, она достаточно тоненькая. Где-то тут миллиметр два. Берите нитку потолще, но не прям такую плотную, чтобы этот свитер выглядел более воздушно. Но смотрите, что из такой нитки вы будете вязать долго. Итак, с чего мы начинаем? Вот этот свитер мы не будем вязать обычными столбиками с накидом, либо столбиками без накида. Мы будем вязать немножко по-другому. Но начинаем мы, понятно, с воздушных петель и столбика без накида. И я вам покажу на размере 10 на 10 сантиметров, 10 на 10 петелек, как это все будет вязаться. Но для начала мы будем набирать 90 петелек для переда, ну и, собственно, для зада. Это две отдельные детальки. Я же вам покажу на 10 петлях, чтобы долго не париться с этим всем. Итак, как всегда, мы начинаем с узелочка, обматываем вокруг пальцев, заводим крючок и затягиваем.
Вот, мы сделали узелок и теперь начинаем набирать воздушные петли. Раз, два, три, 10. Я показала 10 воздушных петель, а вы, собственно говоря, для переда набираете 90 воздушных петель, для рукава набираете 75, потому что рукав мы вяжем, получается, снизу наверх, вот так вот. Вот. Теперь я сделала 10 петель и делаю 11 петлю подъема. Просовываю крючок во вторую петельку, вот сюда, и делаю столбик без накида, самый обычный. В следующую петлю снова столбик без накида. И так, собственно говоря, провязываю до конца ряда. Тут пока что ничего особенного для тех, кто хоть когда-то вязал, ничего нового не будет. И последняя петля там, где у нас был узелок. Теперь в конце ряда мы делаем воздушную петлю подъема. Мы это будем делать, собственно, всегда. И теперь мы вяжем ряд обычный, столбики без накида, просовывая крючок, ну, собственно, через косичку, как и всегда. Ну и провязываем ряд до конца. В конце ряда мы снова делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание, и только теперь будет начинаться отчет наших рядов, то есть 110 рядов будет начинаться сейчас только, потому что вот эти два ряда я не считаю. Смотрите, как мы будем вязать. Мы проводим крючок вот сюда. Смотрите, куда. Я думаю, тут видно вот эти вот две ниточки, и просовываем крючок мы в середину, под вот этой вот петелькой. Просовываем крючок и высовываем сзади между петли. Для начала это может показаться, возможно, как-то сложно, непривычно, но когда вы продолжите вязать, вы быстро к этому приловчитесь. И смотрите, какой у нас будет получаться рисунок. Вот с таких вот петелек. Просовываем следующую петлю. И снова-таки столбик без накида, но мы просовываем не в обычное место. Вот сюда дальше. Вот. И высовываем. 3, 4. И смотрите, куда я буду просовывать последнюю петельку. Последнюю петельку я просто просовываю, как мы бы просовывали обычные столбики без накида. То есть вот сюда вот. Под последней косичкой. Фокус, пожалуйста. Вот, вот сюда. И, как всегда, в конце ряда воздушную петлю. Дальше мы начинаем ряд и снова просовываем между петелек. Теперь мы будем так всегда просовывать. Вот. Просовываем в следующую петлю. И так мы вяжем наш свитер. Собственно говоря, вот это, допустим, второй ряд, но у меня маленький кусочек. И так мы вяжем 110 рядов. Да, это долго. Вы можете сделать свитер свой меньше. Если у вас другие нитки, вы набираете другое количество петель. Тут уже ориентируйтесь сами. Провязываем все эти петли и в последнюю делаем вот сюда вот. Снова столбик без накида, и таким образом мы вяжем. Останавливаемся мы вот тут вот. Потом я буду показывать, как делать вот эту вот часть и вот эту, то есть как тут сделать убавку. Поэтому провязываем полотно. Второе, я покажу, как сделать убавку. А как сделать рукав? Вы набираете 75 петель, то есть тут у меня 10, вы набираете 75 и просто вяжете прямо, без каких-либо убавок, без ничего. И просто потом отрезаете ниточку. Первый ряд именно воздушные петли, первый ряд столбиков без накида и второй ряд столбиков без накида, я не считаю, 70 рядов, это именно вот таким вот вязанием. Тут, кстати, уже видно, какой получается рисунок. Вот такие вот петельки. А столбики без накида выглядят, ну, просто вот так вот. А тут именно такие красивенькие петельки. Итак, ребят, вот так вот у меня выглядит деталь спинки. Она уже вот тут вот с полукругом под горлышко. Я его покажу, как сделать, напереди. Также деталь рукава. Он будет сложен вот так вот. А в разобранном состоянии он выглядит вот так вот. Тут, как я и говорила, 75 петель и 70 рядов. Вначале я набирала 76 петель, а тут у нас 90 петель. И 110 рядов до начала горлышка. Вначале набирала 91 петлю. И также 110 рядов без начальных двух обычных рядов столбиков без накида. То есть именно вот такими вот столбиками.
вот такими вот. Такой вот у нас рисуночек получается. Вот, и сейчас я покажу, как сделать горлышко на примере переда. Перед у меня, собственно, вот тут лежит. Я сейчас приложила детали. Ну, то есть, неважно, что из этого перед, что спинка, но я смотрю, что она получилась шире намного. И я просто вот тут вязала более туго, а тут более свободно. И, честно, я не знаю, что делать, потому что, я думаю, понимаете, сколько тут часов работы. Оно вот тут даже немножко больше. Я, наверное, расплету, возможно, несколько рядов, чтобы хотя бы там уравнять. Ну, наверное, этого не будет видно. Я, честно, не знаю. Я наложила две детали друг на друга. И, чтобы вы понимали, тут одинаковое количество рядов. Но просто я почему-то тут достаточно туго вязала. А тут петельки больше получается. И тут еще вот эти края неровные. Но это такое. Это можно, конечно, подтянуть. Это капец. Как вы понимаете, мне тоже не все всегда получается. Поэтому я вот тут сейчас расплету, ну, минимум 3-4 ряда. Вообще лучше 6. Блин, если бы я раньше посмотрела... В общем-то, я расплела 4 ряда вот этой части. А все равно края не будут ровные. То есть, я думаю, видно, да, что они тут неровные. Но ничего страшного, мы сошьем, примерно его растянем и сделаем все аккуратно. То есть, если у вас вдруг тоже так получается, учитесь на моих ошибках, просто старайтесь вязать одной плотностью, да. То есть, если вы достаточно плотно вязали, то вяжите уже тут плотно. Но лучше вязать более свободно. Короче, лучше. Лучше по многим факторам. И сейчас покажу, как сделать вот эти вот частички. Вот. Поэтому убираю эту часть в сторону и приступаю. Итак, сейчас мы приступаем к вязанию вот этой половинки. То есть, вот этой вот части. Тут у нас 12 рядов. И смотрите. Тут я оставляю 10 петелек, то есть вот этот нижний край 10 петель. Так как у меня всего 90 петель, то сейчас я провязываю 40. То есть 90 минус вот эти 10, это у нас 80, тут 40 петель и тут 40 петель. То есть если у вас, допустим, 80 петель, то вы провязываете тут 35 и тут 35. Главное, оставьте тут 10. Итак, как я вяжу? Для начала я вяжу 38 петель, в принципе, как и вязала раньше. То есть у нас вот этот вот столбик, столбики без накида, ну и, как всегда, крючок между петелек. То есть ничего нового, как я и вязала все раньше, я вяжу 38 петель. И считайте вместе со мной, встретимся с вами. Итак, я провязала 38 петель, дальше 39 у нас вот, я ее пропускаю и вяжу в 40-ю петлю. 39 пропускаю и вяжу в 40-ю. Дальше я сделаю столбик подъема и разворачиваюсь. Дальше мне нужно снова сделать убавку. Первый столбик у нас идет вот этот. Я его пропускаю и вяжу во второй. То есть вот в этот вот. И дальше до конца ряда вяжу без каких-либо убавок. Тут у нас будет ровный край, а тут у нас всегда будут убавки. Таким образом, мне нужно провязать 12 рядов. Но когда я дойду снова до тюдова, я покажу вам, какую петельку пропускать, чтобы вы не пропускали больше петелек. Итак, когда я дошла снова до нашего края, у нас сейчас убралось 2 петельки, то есть 38 петелек у нас имеется. Сейчас я провязываю 36 петелек, 37 пропускаю и 38 провязываю. Но считайте петельки, чтобы вы вот тут вот не ошибились, так как тут будет не особо понятно. Поэтому провяжите 36 петелек и встретимся вот тут вот. Итак, вот провязаны наши 36 петель. Если что, вот тут вот идет ряд, можно ориентироваться по нему. И вот раз, два, и вот у нас третий ряд, да? Вот эту вот петлю я пропускаю, ее хорошо видно, но вот эту петлю видно слабенько, но нам нужно провязать вот тут вот. Вот таким вот образом. Тут она уже не идет прям такая же ровно красивая, так как тут у нас убавка. Делаем петлю подъема, разворачиваюсь. И вот эту петлю уже хорошо видно. Мы ее пропускаем и вяжем во вторую. Вот. И мы сделали уже четвертую убавку. Собственно, как вязать дальше, вы уже, я думаю, поняли. И таких рядов нам нужно провязать 12. Сейчас это мы уже начали четвертый ряд. Итак, я связала эту часть, и теперь точно такую же нам нужно сделать с другой стороны. Поэтому я буду начинать ее точно как и первую. Собственно, тут ничего нового я вам сейчас не покажу, но я покажу, как
начать. Просовываю ее вот сюда. Крючок просовываю. Вот, подтягиваю. Вот таким образом эта нитка у нас тут. А из этой мы делаем узелочек и подтягиваем. Итак, я закрепила эту нитку. И теперь первый столбик я делаю уже вот в эту вот петельку. А ниточка у меня внутри, я ее буду обвязывать, чтобы потом она мне не мешала. Итак, первая петелька у нас готова. И теперь я продолжаю вязать, собственно говоря, как и вязала тут. Первая петелька готова, значит еще делаю 37. Вот, всего будет 38, одну пропускаю и 40-ю плиту вяжу. В общем-то, все точно так же, как и с этой стороны. Делаю 12 рядов, затягиваю, обрезаю, ну и потом спрячу ниточку. Итак, после того, как все детали готовы, я начинаю их соединять между собой. Сначала я начинаю с рукава, подравниваю края. Вот, рукав вот у нас вот так вязался. Я его сгибаю пополам, смотрите. Нам нужно его согнуть лицом к лицу. Лицо у нас тут, где видно хорошо все столбики. То есть, я думаю, тут видно, да? Больше как изнаночные, а тут лицевые. Поэтому я лицом к лицу складываю вот эти ниточки. И вот эту нам сейчас нужно спрятать. Прежде чем сшивать это все между собой, я беру иголку. Это также можно сделать крючком, но советую вам приобрести иголку. Просовываю нитку. И просовываю нитку вот тут вот между ряда. Вот так вот она идет. Просовываю на несколько петелек, вытягиваю ее. Вот, и обрезаю. И то же самое делаю с этой стороны. Итак, теперь я складываю эту детальку вот так вот пополам. И буду сшивать. Сшивать я буду вот с верхнего края, там, где вот у нас косичка идет. Я беру ниточку длиной примерно, ну, где-то, не знаю, в полметра, может быть, может чуть больше. Просовываю ее в иголку, как всегда. И начинаю отсюда. Так, я просовываю крючок в первую петельку и тут в первую. И сейчас буду делать узелок на конце. Делаю два узелка и сейчас буду сшивать. Вот эту ниточку я буду оплетать, поэтому она у нас идет вот сюда. Итак, куда мы просовываем крючок? В принципе, тут не столь важно. Главное, следите, чтобы это все ровно краю было, да, чтобы тут не было никаких перекосов. И в принципе, крючок я завожу вот сюда. Сшиваю. Потом можно вот сюда. В принципе, тут видно по рисунку, куда заводить крючок. Ниточка у нас внутри. То есть мы складываем детали вот таким вот образом, чтобы вот тут петля была к петельке, и вот эти две петли друг к другу. И мы заводим иголку либо вот сюда, вот таким вот образом, либо вот сюда. Вот. И таким образом сшиваем нашу полностью детальку. И откладываем в сторону, ниточку затягиваем, прячем и обрезаем. Теперь я покажу, как сделать манжет для рукава. Для этого я беру нитку, снова начинаю с воздушных петель, делаю узелок. Это вы уже знаете, как делать. И дальше вяжу 13 воздушных петель. Первую петельку, как всегда, пропускаю, завожу крючок во вторую. Захватываю нитку и сразу провожу ее сквозь ту, которая на крючке. Это у нас полустолбик без накида. И таким образом мы будем вязать наш манжет. Провожу крючок сквозь каждую петельку. Итак, в конце ряда я, как обычно, делаю воздушную петлю подъема. Разворачиваюсь. И теперь я буду вязать точно такими же нитка тут, в общем-то, точно такими же полустолбиками без накида, как всегда во вторую петлю, но захватывая заднюю стенку. Вот,
Вот у нас идет косичка, я захватываю заднюю ниточку. И сквозь нее всегда буду проводить. Конец ряда, петля подъема и разворот. И таких рядов я делаю 28. Ну, в принципе, вы вяжите и смотрите по обхвату вашей руки. Итак, я провязала свой манжет. У меня тут 56 рядов. И как их посчитать? Смотрите, мы ставим манжет перед собой. Так, чтобы вот тут вот был вот этот край виден. Да, то есть вот он. Дальше можно его расширить. И считаем вот раз, два, три. Я думаю, видно. То есть вот эти вот косички как бы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. И, короче, их тут 28 у меня. Вот это, то есть, последнее. И теперь вот это нам нужно потом запрятать. Но не как мы обычно делали, а вот так вот параллельно, перпендикулярно, господи. В общем-то, вот так протянуть ниточку. Вот. И сейчас мы будем это сшивать. Опять же таки, вот этот краешек смотрит на нас. И лицом к лицу мы складываем. Вот. Теперь проводим крючок снова-таки за заднюю стенку, вот сюда. И снова полустолбик без накида. За заднюю стенку, сюда, полустолбик без накида. И так делаем до конца ряда. Это вот у нас будет лицевая сторона, а с изнанки у нас вот такой вот шов. Примерно получается, как при вязании спицами. Я оставляю достаточно большой кусочек для сшивания. Для сшивания манжета и рукава отрезаю и провожу нитку сквозь петельку. В принципе, затягиваю. Вот, затянула. Теперь вот эту нитку, краешек я вставляю в крючок, точнее вставляю в иголку, да, и провожу где-то вот тут вот под рядами. То есть тут, в принципе, тоже легко все проводится. То есть манжет у нас готов, и теперь мы его будем соединять с рукавом. Вот так вот у нас выглядит сшитый рукав. Теперь мы выворачиваем это все на лицо. И сшивать мы будем с нижним краем. То есть вот тут вот, где у нас были воздушные петли подъема. Итак, я прикладываю манжет, шов к шву на рукаву. Смотрите, тут у нас 28 петель, точнее 28 рядов, но не рядов, а вот именно вот этих вот косичек мы будем соединять за вот эти вот ниточки, которые между двумя рядами, то есть между нашими косичками, да? То есть, я думаю, видно, понятно. А тут мы будем соединять, то пропуская 2 петельки за третью, то пропуская 1 за вторую. То есть сначала мы пропускаем 2 петельки, соединяем за третью, потом 1 соединяем за вторую. Почему? Потому что тут у нас 28 петелек для соединения, а тут 75. 75 делить на 28 это будет 2,7 примерно. Ровно это все не делится. Если у вас делится, то хорошо. Если нет, то вы будете вот так примерно играться. Но тут ничего страшного нету. Я просовываю крючок в первую петельку и просто захватываю. Дальше просовываю, пропускаю одну петельку. Вот тут засовываю крючок в первую и делаю полустолбик без накида. Итак, теперь я пропускаю 2 петли, засовываю в третью, а тут засовываю в следующую, то есть вот за эту ниточку. Снова делаю полустолбик без накида. Дальше я пропускаю одну петлю, тут следующую, и снова полустолбик без накида. И дальше пропускаю 2 петли, и в следующую, и снова полустолбик без накида. Одну, и две. И таким образом я это все красивенько связываю. В конце, вот тут вот, у меня будет оставаться немножко меньше петель, чем 2-1, поэтому я буду примерно через одну пропускать. То есть пропускаю только одну, а не сразу две. Ну, уже где-то вот тут вот. То есть вы будете ориентироваться на месте, сколько у вас будет тут будет петелечек, ниточек и сколько тут. Итак, вяжу это до конца по кругу. Оно будет потихоньку растягиваться и красиво собираться. Итак, когда я провязала это все до конца, у меня получился вот такой вот красивый манжет. Я просто протягиваю нитку, затягиваю, как всегда, и эту нитку проведу где-то вот тут вот между петелек с помощью иголки. И рукав у нас, в принципе, готов. Таким же образом делаем второй рукав. Итак, теперь беру детальку нашего переда и спинки и прячу все вот эти ниточки, как я вам уже показывала, вот тут вот в рядах
все-все-все. Итак, я взяла две детальки перед и зад, соединила их лицом к лицу. Опять же таки, лицо у нас там, где вот эту вот петель, вот эти вот ряды видны. А вот тут вот у нас изнанка. Так вот, соединила лицом к лицу. И теперь я буду соединять плечевые швы. Я их соединяю точно так же, как и соединяла рукава. Итак, мы сейчас будем сшивать все. Соединяю я ровно до этого места, то есть свои первые 40 петелек. Как вы знаете, у меня вот эта вот часть чуть меньше, одна из. Поэтому буду ориентироваться просто на петельки. Их тут, слава богу, одинаковое количество. Поэтому я просто буду сшивать. И точно так же сшиваю второе плечо. Итак, я сшила свои плечевые швы. Теперь это все не разворачивая, я засовываю рукав вовнутрь. Итак, сейчас покажу. Каким образом? Вот этот шов у меня остается снизу. Рукав я засовываю вовнутрь, вот сюда. Складываю его. Вот. И теперь я буду это все пришивать. Вот тут вот буду пришивать. И вот эту часть к этой. После того, как я рукав пришью вот таким вот образом, мне останется сшить только бока. И бока я сошью вот так вот. Точно так же сшиваю, как и плечи, и как и для этого рукава. И также делаю с другой стороны. И все, что нам останется, это воротник. Я покажу, как его сделать. Итак, что я делала для горловины? Я провязала точно такую же полосочку, как я делала для манжета. Но тут у меня уже вначале я набирала 16 петель и вязала на 15. Всего у меня тут 75 вот этих вот косичек, то есть где-то 150 рядов. Вот. Теперь в конце я немножко затянула ниточку и оставила достаточно большой кусочек, если вдруг я неправильно рассчитала. Ну, то есть если мне нужно будет вдруг довязать. Теперь я беру свой свитер и каким образом я буду это все привязывать. Я сгибаю мою деталь пополам. И снова-таки смотрю, где у нас вот эти вот ниточки, да, то есть когда я растягиваю, то есть у нас вот, вот, вот и так дальше пошли. И вот тут я прикладываю одна к другой, чтобы соприкасались вот эти вот петельки. Вот, я думаю, видно, да? То есть мы будем сшивать, цеплять за вот эти две петли, цеплять за вот эти вот ниточки, за следующие, а тут будем цепляться за петельки. Вот так вот мы это будем пришивать, сразу две, вот так вот сгибая, растягивая вот так вот. И сейчас я заправляю нитку в иголку. Итак, я заправляю нитку в иголку, как всегда, где-то вот тут, где у нас плечевой шов. Я делаю узелок, точнее два узелка. Эту ниточку я лучше потом запрячу. И теперь просовываю вот тут в первую петельку нитку. И вот таким образом я буду привязывать. Теперь тут в следующую петлю. И вот тут вот цепляется вот эти вот ниточки, как я и говорила. Снова в следующую и сюда. И таким образом я буду привязывать по кругу. И потом я покажу просто, как связать эти детальки вот тут на плечевом шве. Итак, я дошла до края, я даже распустила немножко рядов, потому что мне было много. Нитку, которую я сшивала, я пока что отодвигаю в сторону. А нитку, которой я вязала вот этот вот горловинку, я продеваю. Короче, просто тут делаю узелок. То есть просто просовываю нитку, затягиваю. Теперь продеваю ее в крючок, ой, в иголку. Я, кстати, обрезала ее зачем-то. Понимаю, что не надо было. И точно так же, как и все, сшиваю по одной стороне и по второй. Вот, и так сшиваю до конца. И потом этой ниткой, вот этой вот основной, до пришиваю вот эту вот часть. Ну, то есть вот тут вот, да. И все. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move
till I let go. Ну и на этом все, ребят. Если вам понравилось это видео, то обязательно поджмите меня пальчиком вверх и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте подписываться еще и на мой инстаграм, отмечать меня в сторис, просто смотреть мои сторис, лайкать мои фотки, посты, которые не часто таки выходят. И также я там всегда для вас самое первое рассказываю, что мы будем вязать в ближайшее время, показываю какие-то ниточки, места, где я что покупаю. И там много всего интересного в моей жизни и так далее. Также не забывайте участвовать в конкурсе с осьминогом. Осьминогом участвовать. Осьминог-перевертыш, вот такой вот он. Злой и еще злее, как я его называю. И буду ждать вас в комментариях. Ваши свитеры... И вообще, понравился ли вам этот мастер-класс? На этом все. Всех люблю. Спасибо, что меня смотрите. И всем пока-пока.